Эй, держу из последних сил. Да. А у нас шмоточный расколбас. Сейчас буду, нет, это сюда не клади, это стирать. А это я сейчас буду перебирать. Вещи. Все в основном вещи висят у нас в шифонере. Это у нас еще несколько пакетов. Ну-ка. Опа. О, Степа. Маня, меня Маня интересует. Манечка, что пришло? Трусы. Беленькие, с рюшами. Под диван. Мы будем отодвигать диван. Так, нет, давай я сяду. Опа. Вадя, а надо в эти трусы резинку засунуть. У нас, друзья, вот эти вот трусы, чем неудобные, хорошие, красивые, все. Но вот эти тесемки, они затягивают, очень тяжело. Потом их, как бы они запутываются в них. Слушай, мне сейчас только пришла мысль, что нужно просто сюда втянуть резинки. Да. И тогда будем их носить. Манечка, неси сюда трюселя. Вот так, с уточкой. Смотри, у нас сколько тут красивых. Вот эти вот, те, что на резинке, они гораздо, гораздо удобнее. Вот эти тоже удобные. Но на мелких они маловатые. Вот таких трюсиков у нас много. Ну, куда? Что? Маня. Ой, Степа. Вон, всякие разные размерчики. И такие. Опа, опа. Летом они у нас были в вольере. О, на Люську. Тоже надыбали новые. И это на Люську. Так, и это на Люську. Это на Маню достанем. На Стёпу. Вот. Это вязаные вещи. Стёпа, куда вниз головой? Это вот такой комбинезон. Малыши еще маленькие, а на Люську прямо не знаю. Натянем, не натянем. Даст она, не даст она натянуть. Так, это тоже. Комбинезончик. Мне вот эти очень трюселя нравятся с попой. С такой на Томика были бы в самый раз. Но надо тоже поменять, потому что они один тянет. Кто-то одевает, как будто одеваем трусы, а остальные начинают тянуть, стягивать. Это летние. Они в этом году еще были. Большие, видите, вот сколько трусиков. И они все вот с такой резиночкой. Так, это на Люську. Это тоже комбинезончик. Кого? Он в диване. Я боюсь, что он там пакостит в диване уже очень здорово, понимаешь? Что-то он там шибушит не по-детски. Вот такие у нас еще костюмчики есть. Вот мы их тоже. Платьюшко. Это футболочка. Комбинезончик. Вот это мы уже Люське одевали. Очень тепленькие штучки. Но дома ей жарко. Маня, что там? Ой, жалуются. Что? Давай. Енот там сам себе колбасит. А что у нас в диване? Там еще Вася. Я хотела сказать, что я говорю. Что у нас в диване? Что он может испортить в диване? Нет. Где папа, там и затышно хорошо. И ничего скажи не надо, и ни шмотки скажи, ничего не надо. Был бы папа рядом, ну а больше ничего не надо. Так, Вася вышел. А енот колбасится сам. Вася. Посмотри, как они уже хоп-хоп-хоп на столик. Мы сначала думали, столик
убрать, а Маня все пионерит. Теперь ты усы. Вот ей это надо, да, Манечка? И туда, лянь, и прячься туда. А там уже Басика место. Маня, ищи себе другое. Там уже вон толстая попа торчит. Глянь, Басика место нашел какое. И от Люськи, скажи, классно прятаться, да, Бася? А, вышел. Маня, ты усы изо рта не выпускает. Тимоша, ты вошел в Рашу, зубы какие, а? Расколбасился. Бач. Оп. Тимоша, оп. Мимо. Проскочил. Тимоша. Жх, через трубу. Тоже, вот он когда начинает заигрываться, начинает тоже зубы уже применять. А Маня, там то кто и шарит, то кто и сам, понимаешь. О, я знаю, на кого Маня похожа. Вот знаешь, на этих вот, на полотнах всякие акробаты выступают. Ла-ла-ла-ла, Манечка. Эквилибристка на ткани, вы там как-то напишите, не помню. Как это, на лентах, не на лентах. О, ну, Маня, аккуятненько. Почему мне кажется, что он там что-то дерет? Енот. А тут? Как-то когда тишина, то уже это сразу напрягает. Какой-то у нас такой осенний вид тыквы. Такой оранжевый стул, оранжевый шарф. Стёп. Ты представляешь, сколько радости было бы, если бы вот можно было людям. Так, енот. Ты ж глянь на него. Людям заходить и вот так вот, понимаешь, посидеть, поколбаситься там с ними, со всеми. Давай, ты уши. Маня. Так, все. Иди сюда.